Всем привет, друзья! Меня зовут Максим Шубин, с вами канал «Это реально интересно», и сегодня я подведу итоги. Уже прошло 2 недели с момента моего последнего ролика на канале. Он был про сравнение всех версий, а именно 3 версий. Это браузерная версия Shadow Fight 2, можно ее, наверное, наименовать как первая часть. Также это, естественно, Shadow Fight 2, которую вы сейчас видите. Это Shadow Fight 3, которая сейчас рвет все хит-парады. И, в принципе, она мне тоже нравится. И, наверное, почему бы и нет. Может быть, мы сделаем прохождение этой игры на нашем канале. Ребят, пишите в комментариях, если хотите, чтобы я прошел 3-ю часть игры. Итак, друзья мои, давайте теперь подведем итоги голосования, так сказать, всемирного голосования. Я так вот мощно называю, конечно, это голосование. Хотя, конечно, приняло участие в этом голосовании не так много людей. Хотя, тем не менее, 51 человек принял участие в этом голосовании. Хотя комментариев было несколько побольше. И это, в принципе, приятно. Я их посчитал, сосчитал. В итоге победила вторая часть с 39 голосами. На втором месте 3-я часть, 12 голосов. И на первом, вернее, на последнем месте 1-я часть. Всего лишь 2 голоса за 1-ю часть. Даже как-то немножко обидно за 1-ю часть. Но, тем не менее, я еще говорил, что проголосую и сам, но в комментариях я так и ничего не написал, и я поэтому хочу высказаться в ролике. Для меня долгое время однозначным победителями всех этих частей была 2-я часть. Естественно, я думаю, вы знаете, понимаете, почему и как, что здесь связано, если вы подписались на мой канал до взлома этого канала каким-то непонятным чуваком и потом продажи индусу. Потому что тогда были ролики, которые набирали миллионы, и даже один ролик набрал почти 15 миллионов. Битва с Титаном, One Love, как говорится, помню 15-й год. Но, друзья мои, сейчас я, наверное, все-таки выберу 3-ю часть, потому что я увидел, что там, ну так сказать, немножко краешком глаза какие там штуки, там появится тень Мэй. В общем, хочу увидеть, хочу посмотреть. Я все-таки выбираю, наверное, 3-ю часть, то есть я голосую, отдаю свой голос за 3-ю часть. Это немножко, так сказать, скрипя сердцем, то есть я, наверное, разумом отдаю этот голос за 3-ю часть, но все-таки сердцем я по-прежнему остаюсь верен 2-й части. То есть вот такое какое-то двоякое мое мнение, но тем не менее я даю голос свой за 3-ю часть, друзья мои. Но победила все-таки 2-я часть, и это, наверное, достаточно логично, потому что что? Потому что мой канал большую часть своей аудитории собрал именно на этой игре, так что это достаточно логично. Но, друзья мои, тем не менее, пишите в комментариях, хотите ли вы увидеть прохождение 3-й части, потому что я бы реально хотел попробовать пройти ее всю, но для этого нужно хотя бы какие-то определенные минимальные критерии, так сказать, выполнять. Например, хотя бы, чтобы мы под каждым роликом набирали хотя бы 100 лайков, ребят. Даже вот под этим роликом давайте мы наберем 100 лайков, и тогда, друзья мои, выйдет прохождение по Shadow Fight 3. Если мы под каждым роликом будем набирать хотя бы 100 лайков, то мы пройдем, собственно, 3-ю часть полностью. Также, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, чем вам больше всего понравилась та или иная часть этой игры. Это, вернее, серии игр. Но если говорить про 2-ю часть, все-таки, ну, 2-я часть, да, то мне больше всего она понравилась тем, что был Титан и были огромные просмотры, потому что в том числе игра мне нравилась тем, что она у меня получалась, что ли. Я, наверное, достаточно интересно про нее рассказывал, довольно интересные, скорее всего, ролики снимал по этой игре, раз их так много смотрело народу и лайков ставили немало и так далее. Если говорить про 1-ю часть, то она мне, наверное, понравилась тем, что она была социальной, то есть можно в какой-то мере было даже поиграть со своими друзьями ВКонтакте, хотя на самом деле это не совсем так, потому что это не совсем PvP, то есть ты не в режиме реального времени играл со своими друзьями, но тем не менее мог им кинуть, так сказать, челлендж, типа вот я тебя выиграл, теперь заходи ты в эту игру. И ну, это на самом деле такой элемент рекламы, но тем не менее, когда тебе лет 10-12, и когда это какой год там был, в общем, лет 10 назад, то я, в принципе, в это верил, что это все реально. Сейчас, конечно, я понимаю, что это такой элемент рекламы, но тем не менее. Если говорить про 3-ю часть, то это, естественно, графика. Графика там очень крутая и классная. Также, что мне еще вот заглянуло, так сказать, в душу, лучик света какой заглянул в душу, то что там появились персонажи из Shadow Fight 2. Потому что я сначала вот увидел Shadow Fight 3, я смотрю, ну как-то, а это точно продолжение этой серии? Может быть, это какая-то отдельная игра? Потому что я не видел никаких связей я не видел у этой игры и 2-й части. Ну, правда, не было связи. Потом стали какие-то другие чуваки проходить, я посмотрел их прохождение немножечко и увидел, и плюс мне писали в комментариях, ребят, спасибо вам огромное, что писали о том, что есть продолжение 2-й части, в 3-й части, то есть именно персонажей. Там вроде даже сенсей есть, я точно не помню, но Мэй там есть,
тень там есть. В общем, это достаточно круто и интересно. И вот это как раз-таки главный мой лучик света. Я ради этого, в принципе, наверное, и хочу пройти третью часть. Напишите, ребят, тоже, что вы по этому поводу думаете, так сказать, свое мнение. А с вами был Максим Шубин, канал «Это реально интересно». Подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте. И, друзья, у нас будет, скорее всего, скоро стрим. Возможно, сегодня, возможно, завтра, смотря какое время вы смотрите этот ролик. В общем, в пятницу будет стрим, мы будем играть в FIFA 20, да, это странно, я вроде бы про Shadow Fight тут рассказываю разные части, но будем играть в FIFA 20 на ПК, естественно. Возможно, будем отжиматься, какие-то челленджи проходить в прямом эфире, с вебкой буду стримить, и там будет у нас Weekend League, то есть такой небольшой киберспортивный турнирчик. Так что, ребят, приходите, будет весело, классно, гоу. С вами был Максим Шубин, всем удачи, до скорой встречи, скоро увидимся.